творящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь, решит отобранные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь, любит пришельцы, силою дову примет, и будь грешный погубит, воцарится Господь вовек. Бог твой сегодня в род и род, и ныне присны во веки веков, аминь. Единородный Сын из воли Божьей бессмертен Сын, из воли мы спасения нашего ради. Воплотитеся, святые Богородицы и Преснодевы Марии, непреложного человечивайся, распнися же, Христе Божий, смертью смерть поправый, единцы святые Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Паки, паки, не работа, помолимся. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью. Сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Господи! Яко благ и человека любит Бог, и все тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Чудотворец и весь, и Бог, Господь, и Отче наш, и Он, и
Отче и Создателю всяческих, Божие дело рук наших, славе Твоей начинаем мы Твоим благословением, спешно исправи, и нас от всякого зла избави, яко един всесилен и человеколюбец. Скорое выступление и крепкий помощь предстань, благодатью силы Твоей я ныне и благослови, укрепи. И в совершении намерения благаго дела рук Твоих произведи. Вся бо или как хочешь и, яко всесильный Бог творить и можешь и. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На высоте Господь воздержание истина тебя положи, яко же звезду нелесную, световодящую концы, наставниче Иоанне, Отче наш. Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляю, благословлю тебя, и размножаю, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва водоустоверения оканчивает всякие споры. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек,
по чину Мелхиседека. Братья, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Мир тебе, и Духове твоему, и мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Придите, возрадуемся Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему. Аллилуйя. Его в исповедании во псалме воскликнем ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость просим, слышим все так Евангелие, мир всем. Марка, Святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Один из народа сказал: «Учитель, я привел тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И так, и как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И, выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его, и упокоение в третий день воскреснет. Рече Господь: «Просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит его хлеба, подал бы ему камень,
И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Сердце, души от всего, помышления нашего цель. Господи, помилуй. Молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о православном епископе Российской Церкви, Господи нашим высокопреосвященнейшим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наши российские правители и православных людей, в Отечестве, в России, сущих и спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о братьях наших священницах, священномонахах и всем во Христе, братцы наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не хотя и смерти вечных, но и обратитесь живым быть и пощади, и помилуй, Господи, болящих рабов твоих, Валентину, Елену, Надежду, Сергия, Татьяна, Анастасия, Елена, Полинария, Ксения, Калерия, Таисия, Надежду, Валентину, 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 Любовь, Любовь, Галину, Тарасию, Людмилу, Людмилу, Валентину, Тамару, Неонилу, Неонилу, Виктора, Сергия, Татьяну, болячего отрока Иоанна, Тихона, Серафима, и Симеона, и просеха, благ вся при решении, вольно и невольно, и даром здравия, душевно и интересно, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прежде милостного работы, книга слова раба своего и работы Николая Алексея, Ольгу, и благослови благое намерение, путешествие, спаси, сохрани их от всех опасностей. Лежа молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Призри человека любчим, милостивым твоим оком на рабы твои, где предстоящие и молящиеся твоему благоудобию верою припадающие, и услыши, услышав моление наше, благое намерение. Благослови и благополучно начать и спешно, кроме всякого препятствия, славу Твою совершите. Яко всесильному Царю молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благоветливый Господи, делу святого, делу всему, и еже воспятите вся препятствия видимых и невидимых врагов, поспешившихся во всем по благополучному совершению всего дела. Сотвори, молимся, услыши, спаси нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Посещение, прощение, оставление грехов рабов Божьих и всех здесь предстоящих и молящихся, и о всех заповедавших нам недостойно молитесь о них, и же всем даровайтесь душевного спасения и телесного здравия. Молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святым и священным храмом всем,
рождающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне преисно и во веки веков. Аминь. Господи, Господи, помилуй.
Отцу Российской Церкви, Господина нашего Высокопреосвященнейшего, митрополита Илариона, первоарха Русской Православной Церкви, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне пресне, во веки веков, священство, монашество и всех православных людей, гонимых за веру православную, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне пресне, во веки веков, и вас всех здесь предстоящих и молящихся, я всех заповедую грехам недостойным молиться о них, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Всего совершенно святомирно и безгрешно у Господа просим. Удай, Господи! Хранители души телес наших у Господа просим. Удай, Господи! Хранители наших у Господа просим. Удай, Господи! Мир и у Господа просим. Тебе, Господи, вот и
век, свет от света Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно, отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, Девы и Вочеловечися, распята Божия за мной при Понтийском Пилате, и страдавшая, и погребенная, и воскресшая в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящая одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца. И Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыну споклоняемо и славим оглаголавшего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, станем со страхом, воден святое возношение в мире приносите. Бога Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
может мощно держимо быть и тлением, начальнику жизни быть начаток умерший, перворожденный из мертвых да будет сам вся во всех с первенствой, не вошед на небеса, сидя лесную величество твоего, на высоких иже и придет воздать и каждому по делам его, остави жена воспоминания спасительного своего страдания, сия я же предложиха по его заповедям, хотя бы взыкино вольную и преснопамятную, и затворящую свою смерть, уносную же подаящуюся в тебе, за живот мира прием, хлеб во святые свои причистые руки, показав тебе Богу и Отцу, благодарив, благословив, посвятив, преломив, даде святым своим учеником, апостолам рек, примите, едите, сей из тела мое, завыломимое, во оставление грехов. Yeah.
мои вожды и пошлини его дома потребуй его. Избави, Господи, град сей. И всякий град и страну от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия, надпременных и мерзлословной брани. Первый помяни, Господи, православный епископ со Российской Церкви, Господи нашей Высокопреосвященнейшей митрополита Иоанна, и Божедарю святым Твоим церквам в мире целых честных, здравых, долгоденствующих, право правящих, слово Твое истины. Оставляем дом.
На 27-й беседе послания к евреям говорит